Друзья мои, салам алейкум рахматулла, очередное вручение путевки на Малый Хадж. Опять надо концерт разыгрывать. Ну, пригласим людей сюда. Дальше смотрите. Алейкум салам. А, это вы, да? Они подъехали, слушай. Давай, 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 ждем. Уф. Не, этот, давайте сделаем. Я на вас сначала надену, а потом? А потом с вами тоже. Итак, друзья мои, как мы обещали, тех людей, которые вот регулярно оказывают помощь благотворительному фонду «Инсан», мы решили поощрять, показывать этих людей, чтобы немножечко мотивировать, ну, всех нас, да, к тому, чтобы делать хорошие, благие деяния. Первая вот наша девушка, которая вот была, до этого были там парни и так далее. Несколько вопросов есть. Скажите, пожалуйста, как часто вы помогаете «Инсану» и по каким программам? По мере возможности и после того, как заработную плату получаю, по мере возможности. Вы кем работаете, что делаете, чем занимаетесь? Я учительница начальных классов. Он вам помогает? Да. В какой школе преподаете? Чердинская район, Дерновская средняя школа. А, хорошо, слушайте, где, когда будет этот благодарственное письмо, где, когда будет? Давай, я пока с мужем. Вы можете так это сам. Ахмуд, то, что она вот так помогает фонду «Инсан», как вообще? Это нормально. Нормально? Да. Нормально. Она же там со своего там, что ты не говоришь, не увлекайся, Гарри. Я подсказываю ей. Машаллах. Вы чем занимаетесь? Я строитель, я. В смысле, что-то конкретно делаете? Или нет, разные работы. Кладка, и кладка, кафельщик, электрик, там, так далее, да, так далее. Все подряд делаю. Там бланк. Слушает? Да. Не обижает, не нарушает? Не нарушает. Приятно иметь такую жену, наверное, да, которая помогает всем. Да, да, да. Сколько детей у вас? 4. Вай Аллах, пусть Аллах будет доволен, пусть Аллах вознаградит многократно. Дай Аллах, чтобы дети радовали и в дуньяле, и в ахирате. Давай пока, раз благодарственное письмо не приносит, хотя бы вот это почитай. Открывай. Так, поздравляем. Вы только что стали. Так, давай, читай. Обладателем самой заветной мечты каждому мусульманину путевки на Малый Хадж. Ты первый будущий паломник, иншаллах. Поздравляю, дорогой мой. Поздравляю, дорогой мой. Баракаллах. Ты что, родинский, ты должен держаться, только я там имею право этот, как его. Она теперь, по-моему, тебе завидует. Так. А что расстроились? Идемте сюда. Бля. Халас вимишмана Аллах. Дай Аллах всем мусульманам такой шанс, как и мне вот сейчас выпал такой шанс поехать в хадж. Давно мечтал я, ведь еще в 2013 году я еще загранпаспорт сделал. Ну, не посчастливилось. Пусть Аллах позовет. Пусть Аллах позовет, дорогой мой. Потому что на самом деле сюда только попадает только тот, кому предписано. Вы знали о том, что он мечтает много лет, так? Да. И что? Вместе с ним и я мечтала. Так, мечты сбываются, я так понимаю. Просто хотелось, чтобы я была причиной его счастья. Слушай, не каждому жена вот такие вот подарки делает. Дорогой мой, это тоже пускай будет сюрпризом для тебя. Скажи честно, подозрения были? Я-то думал, что эта путевка она получит. Так. Подозрения были у меня. Ага. Она эту путевку тебе взяла. Ай, Аллах, хорошо, что у нас есть такие... Вот. Можно крупным планом? Вот видишь, что жены делают? Видишь? Вот так надо делать. Берите пример. Уважаемые женщины. Давайте, слушайте.
А в какой момент вы решили все-таки вот это сделать? Подарок мужу? Почти, можно сказать, каждый день. После каждого намаза просила Всевышнего, чтобы нас вместе позвал. Ну, моей мечтой было, конечно, чтобы вместе мы поехали. Потом каждый раз видел, как он огорчается о том, что не получается у него поехать в хадж. И потом, как я устроилась на работу, потом решила, давай-ка я его порадую тем, что он хочет поехать в хадж. И сколько лет вы так собирали? Я-то в этом году вышла на работу тоже, и в этом году начала собирать. Баракат, и... баракат хаджа – удивительная вещь. Баракат хаджа – удивительная вещь. На самом деле, друзья мои, вот начните откладывать на умра, на хадж, вы сами не поймете, как у вас оно собралось. И в конце концов загранпаспорт сделайте, а то Дирик завален всеми теми, кто хочет в хадж. А когда спрашиваешь, хоть загранпаспорт есть, вот с 13-го года у человека паспорт есть. Он хочет на хадж. Из накипевшего. Так, ну что, давайте еще раз. Вы с ним поедете? Теперь отпуск купит. Поехала бы с великой радостью, надеюсь, иншаллах. Иншаллах, Рахман, пусть Аллах хорошее предпишет, иншаллах, Рахман. Единственное, что я хочу добавить, фонду «Инсан», они действительно помогают. Этот сценарий реальный, они помогают фонду «Инсан», но я уже не знаю, что придумать, честно говоря. Мне люди скоро перестанут верить, пусть Аллах хорошее предпишет. Оставайтесь с аккаунтом Умрахач, подписывайтесь, радуйте друг друга и не забывайте о благотворительности. Вассалам.